Всем еще раз привет. Первый, как говорится, блин был комом. ММЦ не завелась ввиду, скорее всего, неправильной сборки. Слишком был длинный паропровод. Друзья, всем привет. С вами здесь еще и Серега. Хочу немножко пояснить вам слова Андрея о, скорее всего, неправильной сборке. Смотрите, раньше у него, первый эксперимент был, давайте я поближе, хотя сначала издалека. В общем, вот куб. Луковица, конус, лебединая шея и трехходовой кран. Сейчас немножечко поближе подведу. Во, вот так вот. Во. Пар из куба поступал в луковицу, в лебединую шею, через кран. Здесь можно было настроить сразу прямой отбор. Если перекрыть кран, то вот, смотрите за курсором. От крана вниз шла трубка. Шла трубка, вот такая тоже тут лебединая нержавеющая шея, заходила в отдельную, уж не обессудьте, не знаю, как правильно, колонну, и сразу пар шел кверху через ММЦ, через колпачки, в общем, работала колонна так. Вот это расстояние от куба до вот этой раздельной колонны очень большое. Андрей именно про это в своем видео и говорит. Сейчас сборка немножко другая, не немножко, а кардинально изменилась. То есть пар поступает, вы сейчас увидите все в ролике. Флегма возвращалась в куб у него вот по этому силиконовому шлангу раньше. Сейчас все переделано, сейчас немножко кардинально по-другому. Ребят, и еще такая просьба, не пишите комментарии, с жиру бесится. Ребят, не имейте привычки считать чужие деньги. Человеку нравится красивый аппарат, красивый и самый главный функциональный, который работает. Получается с него отличные напитки. Это видео давнишнее, это еще снег, наверное, лежал, я не помню. В общем, друзья, захотелось ему такую сборку, он сделал такую сборку. Может быть, и я бы себе такую собрал, если бы немножко денег было побольше. Вот, аппарат классный, аппарат. Андрей доволен и напитком, и аппаратом, и всем. Так что прошу вас, не надо. Я знаю, есть такие, начнут. Сейчас вот. Он изменен, как вы видите, уменьшен намного, поставлен шаровый кран. Сейчас колонна работает сама на себя, набирается ММЦ, холодильник перекрыт, шлем перекрыт. То есть сейчас проверяем работу колонны, как будет заводиться ММЦ. Дальше посмотрим следующие режимы. Пока набирается. Так, следующее, коллеги, включение. Значит, у нас получается обильное кипение. Температура внутри куба 84,2, 39 это наверху шлема. То есть, по большому счету, если взять, присмотреться в диоптрии, дефлегмация воздушная, идет не сильно, так что укрепления особого шлем сейчас не дает. Вот, значит, что у нас еще здесь интересного? Флегма вот по этому узлу, извините за изоленту, нету, что-то не нашел никак хомутика, где-то затерялся. Сливается нормально куб вот по этому узлу. Здесь, как видно, она не собирается, вот она с ММЦ, спокойно, самотеком идет. Перелив нормальный. Маленький барботаж, конечно, в ММЦ уже пошел. Вот он есть. То есть те 3 градуса, которые не хватало тогда на паропроводе, сейчас они, наверное, мне кажется, все будет адекватно работать. Здесь ничего интересного, как бы, новости никакой нету. Тарелки работают все адекватно. Мощность, да? Мощность там киловатт у меня на том. И здесь, 2,9, грубо говоря, 3 киловатта. 4, вернее, пардон. 4 киловатта общая сложность. Вот идет. Так что посмотрим сейчас, что будет дальше. Уже можно говорить о том, о победе. Имеет место быть состоявшемуся вот этому узлу. Не знаю, мне нравится. Симпатичненько, я бы сказал. Вроде ничего. Посмотрим дальше. Так, сейчас я переключил на отбор тела. Теперь точно с уверенностью можно сказать, что мы победили. Колонна состоялась. Она рабочая. Довести ее немножко до ума. Здесь ничего такого сверхъестественного. 90, как всегда, 4 тарелки. Температура там 17 градусов. Там плюс-минус, там можно поправку взять. Идет отбор тела. Вот такая стручка. ММЦ
Сашина. Работает на ура. Девайс офигенный. Посмотрим, как запрет хвостики. Вот. Ну, здесь все, как говорится, на мази. Ну, Саша делал, что ж говорить. Да, кстати, не знаю, говорил, не говорил. Холодильник и доохладитель — это Алексей Михайлов. Ему огромное спасибо. Так что вот, вот, друзья, вот такая вот ситуация. Очередное включение. Значит, что неправильно сделано, почему не заводилось ММЦ. Значит, отбор был очень большой. Надо вот этот кран поменять на 3 четверти, как и было у меня до этого. Сейчас мощность 400, ну 4 киловатта. Температура в кубе 90,5. Вот такой вот идет барботаж, то есть она начала нормально, адекватно работать. Пришлось вот так утеплить. Может, с окна поддувает. Ну, где-то температурка, наверное. Вот. А так все остальное, все стабильно. Все нормально. То есть эта колонна имеет право на существование. Добилась. Здесь у меня не диоптер, а, ну, не знаю, может быть, кольца Рашига будут. Может быть, просто посмотрю для того, чтобы будет, не будет брызгу у нас увидеть. Ну, скорее всего, кольцами заполним. Ну вот, собственно, други. Все срослось, все отточено. Осталось тут продумать вот этот момент. Вот этот, вот это временно. И все, слив идет нормально. Все адекватно. Вообще красота просто вот сливается вот внутри. Я не знаю, вам видно, нет. Ну, он флегма течет, но не, она не скапливается. Все замечательно. Уходит вот в такое вот устройство. Извините за изоленту. Ну как без нее-то? Вот. Ну, собственно, вот так вот, парни.